следующий французский писатель, о котором мы с удовольствием сегодня поговорим, может рассматриваться, конечно, как французский писатель с большой долей условности. Хотя писал он, конечно, на французском языке большую часть своих произведений. Ромен Гари, он известен нам по своему литературному псевдониму, которых на самом деле было несколько, и мы о них еще поговорим. Настоящее имя этого писателя — Роман Лейбович Кацев. Уроженец Вильнюса, родившийся фактически на территории Российской империи, проживший почти до 29-го года практически в России, в разных ее местах, в том числе 5 лет проживший в Москве со своей матерью, уже после развода с отцом мать увозит еще маленького Рому в Польшу, откуда она, собственно, была родом, польской еврейкой. И некоторое время они проживают и в Варшаве, а впоследствии эмигрируют к своим родственникам во Францию, в Ниццу. И в большей степени дальше жизнь маленького Ромы Кацева, уже, в общем-то, молодого Ромы Кацева, связана с жизнью во Франции. Если говорить в биографическом плане, то дальше события развиваются довольно-таки в негативном ключе. Естественно, в годы Второй мировой войны Ромен Гари уже был вынужден эмигрировать в Великобританию, где он принимает активное участие в формировании французского легиона де Голля, становится авиатором, участвует в событиях Второй мировой войны весьма и весьма активно. И, значит, по окончании Второй мировой войны уже возвращается во Францию. Но это его не окончательное, так скажем, возвращение, потому что будут периоды, когда он будет выполнять роль французского посланника, то есть будет на дипломатической службе. Будут периоды, связанные с его поездками по всему миру, со своими женами, одна из которых была англичанкой, вторая жена американкой. Во втором браке у него появляется сын, который в настоящее время тоже является писателем, фамилия которого тоже звучит как Гари. И весь этот длительный очень период сопровождается весьма бурным, многообразным, очень интересным литературным творчеством, настолько плодовитым, что об этом, наверное, следует сказать несколько отдельных слов. Но самой отличительной чертой является, конечно, присущая Роману Гари эксцентричность поведения. Достаточно сказать, что облик его в какой-то степени может быть сопоставлен в зрелые уже годы с обликом Сальвадора Дали. Это лондонский, что называется, денди во Франции. Всегда элегантно одевающийся, всегда
представительный, входящий во французскую, английскую элиту. Кавалер ордена Почетного легиона, дипломат, как я уже сказал, кинорежиссер. То есть человек, проявляющий себя во всех смыслах, творческий человек. Ну и в то же время, так скажем, литературный мистификатор порою, выступающий под несколькими, как я уже говорил, разными псевдонимами, в частности, псевдоним Эмиль Ажар был использован им неоднократно. И под этим именем он пишет совершенно иные произведения. И уж совсем эксцентричным поступком, наверное, является то, что Ромен Гари, как Ромен Гари, был награжден Гонкуровской премией, но Ромен Гари, как Эмиль Ажар, также был награжден Гонкуровской премией. Второй, это единственный случай в практике Гонкуровского общества. И более того, поскольку это было естественным, так скажем, ограничением, Ромен Гари под видом Эмиля Ажара направил на получение премии своего племянника. Ну, вот как бы то ни было, какими бы эксцентричными ни казались поступки Ромена Гари, но еще более эксцентричными, конечно, является его литературное творчество. Вот с ним мы сейчас познакомимся, хотя и не с полностью, то, по крайней мере, в некоторой его части. Итак, симпозиум издательства петербургское нас познакомило с основной частью творчества, конечно, Ромена Гари и Эмиля Ажара также. В 2000-х годах, в начале 2000-х годов, вот книга 2005 года «Прощай, Гари Купер». Книга 2004 года «Ночь будет спокойной». Книга 2004 же года «Тюльпан». Книга, роман о Второй мировой войне и французском сопротивлении 2004 года «Воздушные змеи». Очень интересный роман о проблемах, так скажем, уже не совсем, так скажем, европейских, а скорее американских, рассказывающие о проблемах расовой дискриминации в США. Это «Белая собака», 2005 год. «Великолепные чародеи», это цирковой роман, 2004 год. И также «Голубчик», 2004 год, «Вся жизнь впереди», за который, собственно, уже Эмиль Ажар получает Гонкуровскую премию, 2006 год. И опять-таки Ромен Гари, «Пожиратели звезд», 2004 год. Вот очень большой срез по творчеству Ромена Гари, Эмиля Ажара или Романа Кацева. Есть на последнем дыхании, так сказать, издана книжка «Издательский дом Азбука Классика», 2007 год, другим издательством. И также был предпринято издание некоторых произведений Ромена Гари издательством, опять-таки, «Симпозиум», Санкт-Петербург, в 2010 уже году. Это «Спасите наши души».
«Обещание на рассвете», тоже 10-й год. И «Головы Стефани», «Прямой рейс к Аллаху», тоже 2010 год. Вот такой Ромен Гари в таком вот блестящем, так сказать, изложении в виде малоформатных и стандартных форматов, которые, в общем-то, два последовательных издания, которые дают нам достаточно полное представление о разнопериодном творчестве Ромена Гари. Конечно, если мы будем говорить о принадлежности Ромена Гари к каким-либо литературным направлениям, то мы можем найти здесь все. От реализма, конечно, и до элементов модернизма, и до постмодернизма. Потому что Ромен Гари затрагивает очень большой период в своем творчестве, от фактически конца 20-х годов до 80-го года 20-го века, до своей смерти. То, что мы сегодня можем прочитать в этих изданиях, безусловно, будет для нас, независимо от того, в каком стиле, в какой период пишет Ромен Гари, будет действительно удивительно интересным чтением. Каждое из его произведений в этом смысле уникально. Здесь есть элементы эротизма, есть, наоборот, так сказать, контрэротические произведения, так сказать. Есть все, что предпочитает в себе найти в том или ином литературном произведении каждый из читателей. То есть каждый может найти себе что-то родственное, интересное его мировосприятию. На самом деле это вот такой человек-оркестр, который играет на самых разнообразных музыкальных инструментах души читателя и может ему преподнести совершенно невероятные сюрпризы. Вот такой вот интересный Ромен Гари. Интересен и эксцентричен, наверное, конечно, его прощальный поступок. Собственно, Ромен Гари заканчивает свою жизнь в довольно преклонном возрасте самоубийством. Застрелился и оставил посмертную записку, в которой признался в том, что он всегда был человеком, находящимся в крайней степени депрессии. И только литературное творчество, которое он и использовал как вариант выхода этой депрессии, держало его в этой жизни. Вот таково состояние творческой жизни и кончины этого удивительного французского, в конечном итоге, конечно, писателя Ромена Гари, который, конечно, стал в определенном смысле гражданином мира и в значительной степени для тех, кто хочет наблюдать в творчестве иностранных писателей русские корни, он может их обнаружить в очень многих произведениях, в которых так или иначе Ромен Гари обращается к русской культуре и к своим русским корням.